Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучать язык запросов Google. Следующий оператор языка запросов AND или по-русски И. Это оператор, который требует поиска в документе всех слов, перечисленных в запросе. Изучать мы его будем на не совсем обычном примере. Идея этого видео родилась после того, как я увидел вот этот комментарий. На просьбу и желание этой симпатичной девушки нельзя было не отреагировать. Что же это за таинственная книга, которую так рекламируют? Оказалось, что книга не одна, а их две. Одна для мужчин, другая для женщин. А кто же автор этих замечательных книг? Сексолог-практик. Психолог и секс-коуч из Голландии. В интервью одной из прибалтийских газет секс-тренер отказался назвать свое настоящее имя, сказав, что это его маленькая тайна. Если вы попробуете узнать его настоящее имя обычным набором фамилии и имени в Google, то ничего не получится. А если используете оператор AND, то тайна раскроется через одну минуту. Для этого после оператора AND, написанного заглавными буквами, набираем слово псевдоним. И уже в третьей ссылке мы видим его имя и фамилии. Ознакомливаемся с источниками информации. Проверяем ее достоверность, составляя новый запрос с использованием уже найденной настоящей фамилии. И проходя по ссылкам, ознакомливаясь с результатами, находим даже и его отчество. Теперь мы знаем фамилию, имя и отчество. И все это благодаря правильному использованию оператора AND языка запросов Google. Менее чем за 3 минуты с помощью оператора Google мы сотворили чудо, и тайное стало явью. Нет теперь никакой тайны у Алекса. Приглашаю вас на мои онлайн-курсы, которые помогают беречь время и экономить деньги.